Мы не можем не спешить. Это, конечно же, норма, потому что если ты тратишь время впустую, то значит кто-то другой не тратит его впустую. Значит, кто-то другой бежит быстрее тебя. Невозможно сказать: так, ребята, притормозили, сейчас придумаем новую фичу, новый редизайн, будем его там полтора года делать, и тогда только узнаем, сработала ли она, или эта фича, или нет. Сначала запускаю я что-то очень быстро протестировать, получил какие-то результаты, мне кажется, что они положительные, отдаю это дизайнерам. Дизайнеры это делают уже лучше. И опять проводим тестирование. Если на пользователя все классно на этой итерации, тогда мы это уже планируем в команду. И здесь уже сроки, ну, наверное, там ближе, ну, там 2-3 недели. Есть какие-то вещи, которые я вот тестировал на Тильде в начале года, и они до сих пор работают на Тильде, потому что сделать их в продукте очень дорого. Недорого — это значит, не привлекая ресурсов фронтенд разработчиков. По сути, мы просто открываем Тильду как графический редактор и с нуля начинаем на ней собирать страницу. Все собрано на Zero блоках, ничего не дописывали. У нас есть какая-то старая страница про мобильные приложения, вот это, где мы в конце вставили блок со своим HTML-кодом и скриптом, который отправляет SMS со ссылкой на мобильное приложение на указанный номер вот в этом поле. Вот, это классно, что ты можешь быть не дизайнером, ты можешь быть не разработчиком, но ты можешь делать все, что хочешь. В целом я не ходил ни на какие курсы, разбирался сам. Мне помогали уроки, которые на сайте Тильда есть. И ничто пользователю, в принципе, не говорит о том, что эта страница собрана на конструкторе, если это имеет значение для кого-то. Они достаточно лояльно относятся к проактивности, к инициативности сотрудников. И в целом продать что-то достаточно легко. И если идея интересная и зашла там продукт-оунером, например, то достаточно легко ее реализовать. С одной стороны, да, есть желание бежать как можно быстрее, и поэтому нам нужны вот, мы ищем инструменты, которые можно использовать для этого. Но с другой стороны, и Тильда нельзя сказать, что это просто временная заглушка, с которой мы пользуемся там и, не знаю, условно страдаем. Ну, то есть просто вынуждены это делать. Нет, это не так. Это действительно инструмент, который решает задачи и вот как раз решает конкретно нашу задачу быстро прибежать куда-то. И она очень сильно это ускоряет.